Подойдем. Пойдем. Ты должна от души литься. Какой рэп батл? Вот батл. Здравствуйте, с вами компания «Кровмонтаж», я Василий. Кто профессионально занимается кровлей в московском регионе и не только, знает компанию «Уникма». Очень тяжело будет конкурировать и выжить в кровельном бизнесе, если не сотрудничаешь с этой компанией. Это не реклама, это факт. Так вот, компания «Уникма» ежегодно проводит турнир кровельщиков. Попасть сюда хотят очень многие, немногим это удается, потому как «Уникма» выбирает. В этом конкурсе участвуют те, кого она считает лучшими. Мы долго к этому стремились, и вот, наконец, мы здесь. Мы всегда говорим нашим клиентам и вам, наши дорогие подписчики, что в компании «Кровмонтаж» работают лучшие мастера. И вот теперь нашим кровельщикам предстоит доказать, что это действительно так. Мы, конечно, волнуемся, потому что в конкурсе принимают участие лучшие кровельщики России. И с минуты на минуту здесь начнется настоящее кровельное побоище. Смотрите это видео и пожелайте нам удачи. Начинаем рубиться. Здесь мы принимаем участие в трех номинациях. Это мягкая черепица, металлочерепица и фальц. То есть три дня укладка пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции. Это будут оценивать специалисты компании «Дельта». Монтаж нам предстоит мансардного окна, оценивают специалисты «Велюкс». Здесь важно совместить скорость монтажа, его технологию и качество. На объектах нас тоже очень часто поджимают сроки, но это совсем не то. По сути, нашим мастерам предстоят самые сложные 8-часовые 3 рабочих дня с коротким 20-минутным перерывом на кофе-брейк и 1 час дается на обед. Все. По правилам организаторов, в конкурсе принимает участие бригада, состоящая из 3 человек. 2 мастера, 1 наставник. 2 мастера в оранжевых футболках, наставник в зеленых. Наставнику приступать к помощи, к работе до специального сигнала судейской коллегии нельзя. За это снимаются баллы. Судьи в желтых майках, и они повсюду. Правила достаточно жесткие, и после команды «Стоп» никто не имеет права ни включить шуруповерт, ни ударить молоточком, потому что команда, независимо от результата, будет дисквалифицирована. Сегодня мы принимаем участие в номинации по гибкой черепице. Все соперники достойные и серьезные. Самая сложная задача – найти оптимальный баланс качества и скорости. Кто найдет этот темп, тот и выиграет. Есть участники, которые принимают в турнире участие не впервые. У них рука набита, но кровельщики компании «Кровмонтаж» настроены серьезно. Посмотрим, как мы выступим. Пойдем. Проводит осмотр судейская коллегия монтажа пароизоляции и утепления. Все очень серьезно, на уровне. Ребят, перерыв, давайте, молодцы, хорошо поработали, идите чайку попейте. Мы закончили уже утепление, монтаж пароизоляции. Это проверено, оценка выставлена. Итоговые оценки будут подводиться в конце.
как, Андрей Дмитриевич, турнир движется? Хорошо, мы никому не поставим ни одного балла за восьмое задание, пока он не сделал первое, второе, третье. Последовательно. Судьи смотрят последовательно законченные задания. С технадзором на объект так и делаете. Если совсем ерунду он говорит, надо спорить. Да. А если нюансы, то проще согласиться и сделать. То есть делаешь гидроизоляцию, она идет на своем уровне ниже. Вы здесь делаете по чужой обрешетке. У нас не должно быть ничего надуманного. Меня привели к непроходному гибочнику, листогибу. Это китаец. А, планка прижимная, это стапка. Насколько он дешевле, тапка? На 40 тысяч. На 40 тысяч дешевле. Если вы нам дадите бесплатно его, мы протестируем в течение года в плотном режиме, я тогда вам могу сказать свою оценку. Выглядит красиво. Да так. Плюс несколько баллов за старательность. Ноу-хау, кроп-монтаж. Когда нет лишних движений, все проработано, скорость получается само собой. Да? Катыпал. Этот материал нам хорошо знаком. Давай, 10 минут осталось. Алло. По условиям турнира нам с Василием запрещено вмешиваться. А руки чешутся. Мы бы всех порвали. Вообще это праздник для нас, профессионалов. Да. В кровельном деле это праздник, к сожалению, раз в году. Ну, сейчас время хорошее, межсезонье такое. Потихоньку начинаем обратный отсчет. 15, 14. 13, 10, 9, 2, 1, 0. Значит, включаем руки, перерыв. Все, спасибо, старт. И пусть победит сильнейший. Вчера был день по мягкой черепице. Мы были не в лидерах, но и не отстающими. В общем, зачет пройден. Но сегодня наш день. Хорошие ножницы вот эти? Хорошие. А раз они такие хорошие, может, они и режут сами? А давайте я вам покажу. А вот хочу представить. Екатерина, представитель компании «Аквасистем» знаменитой. Как вы думаете, кто победит? Я думаю, кроп-монтаж. Закончили работу.
вот уже мы видим разницу в двух командах. Профмонтаж. Водосток стоит. Сегодня третий заключительный день турнира. Самый сложный. Фальцевые кровли сегодня здесь собрались. Ведущие специалисты в этой области. Алексей сегодня сам у нас проходит в качестве наставника. Ну вот, смотрим. На первую ступеньку. Хочу вручить особый приз. Кто у вас жестянщик? Фирма «Профмонтаж» помогает нам, да? Да. Расширить, а вы нам. По стране знания и о нашем празднике, и о здоровом образе жизни. Приз по праву в моих руках, в надежных руках. Наши ребята старались, это полностью их заслуга. Мы достигаем успехов благодаря нашим квалифицированным сотрудникам, и только так. Ну и, конечно, грамотному руководству. Ура! Ну вот, турнир кровельщиков окончен. Вы сами все видели. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует. До новых встреч.